Сейчас будем вытягивать карася. Нанизываю. Всем привет, вы на канале Игорь Журавлев. Насмотревшись на соседа, который тягает огромных карасей, я тоже решил не терять времени. Пока я буду строить баню, будут мои закидухи вытягивать мне огромных карасей, лещей, все, что попадется. Быстренько съездил на базар, купил катушечки уже с грузиками, с отвешенными крючочками. Сейчас просто примотаю к моим старым закидушкам. Червь обычный, калифорнийский, красный. И прикормка. Я беру какую-то, вот черненькую какую-то взял. В общем, сейчас закидываю. И, наверное, повезет, потому что он прошлую ночь с каждой удочки снял. Тоже закинул на всю ночь. Ну и днем сегодня тягал таких крупных. Даже подсаку я взял. Вон она лежит. В общем, давайте посмотрим. Вау! Так, ну что, начнем. Катушечки вот такие вот. По 17 гривен. Это там меньше доллара, наверное, центов 70. Так, уже с крючочками, с 50-граммовым грузиком. Ну вот, сосед хотел 60-ки взять, но 60-ок не было. Взяли 50-ки, и я, и он. Вот это, наверное, чтобы не зацеплялось за водоросли. Я так думаю. Все, берем удочку. Первую попавшуюся. Так, первая попавшаяся у меня попалась с шнуром. Делаем сюда раз, сюда два, сюда три. Опа. Четыре, пять, шесть. Опа. Теперь берем вот это дело. И тоже так. Раз. Два. Шикарно. Все, первая готова. Вторая. Так, ну что, закрыха. Вот такая получилась. Вот берется. Берем червячка калифорнийского. И вот так вот я его, это три разика, нанизываю. Два. Три. Ну, зато у меня, я уверен, что будет долго держаться на крючочке. Сюда два повешу. Раз. Два.
Все. Закрыха. Все. Одна снасть готова. Так, ну что, мы зарядились. Удочки стоят. Подсак готов. В общем, в добрый путь. А мы пошли строить баньку. Так, значит, придумал такие наличники. Вот они. 200-е получились у меня. Одна идет через весь домик. А вторая идет вот перемычечкой. Какой функционал? Ну, во-первых, здесь пустота. Соответственно, баня, когда будет приседать, это же брус, то здесь дверь не защемит, будет ход. А во-вторых, вот эта ширина толстая, я закрываю щели между ну, вот этим брусом и стеной. И здесь. Ну, еще немножко выровнял. Сместил в эту сторону, чтобы брусы казались более одинаковые. Потому что я туда захотел 27 сантиметров ставить, а туда 30. Ну, немножко правее сделал. Будет симметрично. Ну, движуха идет. Баня красивеет. Панорама панорамеет. Рыба ловится. Смотрите, зарядил сколько удок. Короче, красота. Мы еще поработаем немножко. Схема такая. Я строю баню. Закинул кучу удочек. Вот сгонял за сачком, за камерой. Сейчас будем вытягивать карася. Такой неплохой. Сейчас сачок возьму. Поставлю это все на штатив. Ты штатив забыл. Вот и штатив. Так, надеюсь, он еще не ушел. Стоит вон водичка. Из воды кажется огромный. Сейчас посмотрим, какой он на самом деле. Тресь. Весь. Дождяр. Ой, дождяр, видно, мастер. Так, у меня опять клев. Сейчас будем тянуть.
Так, еще один рабочий день мой закончился. Доделал я наконец-то двери, докрутил ручки. Поставил я их, конечно, по-своему. Здесь я решил поставить, выглядывает брусочек. А здесь спрятался, чтобы защелка хорошо клацала. Ну, мне так нравится. Защелки шикарные, просто вот в парилку очень плотно закрывается и не будет пар выходить. Вот это душевая кабинка. Обалденно. В общем, двери всего лишь 100 баксиков в стекле. Ну, шикарно. Цена шикарная, двери шикарные. Красота. Так, сегодня я еще делал забросы. Пойдем посмотрим, что там у меня наклевало. Ой, вечерний клев не удался. 4 удочки достал и рыбы нет. Но зато вот мой дневной улов. У меня тут ятер небольшой стоит. Оп! Самодельный. Сюда карасиков крупных ложу. Во. Во. О, кстати, их было 3. Один ушел. Ну, ничего страшного. Опа! Надо давать шанс рыбке выжить. Ушел и ушел. Так, а вот мой мелкий улов. Сейчас я еще покажу. Здесь это зона отдыха. Вот мой мелкий улов. Ой, тоже. Приятно. Если бы сидел. О, ага. Ой, как ты его сломал! Круто. Соседи тоже рыбачат. В общем, смотрите домик. Смотрите мое лежбище тюленей. В общем, красота. Ловись рыбка большая и маленькая. Подписывайся на канал, ставь лайк. До скорых встреч. Скоро баню уже закончу, будем плавать, отдыхать. Пока-пока.